А сейчас новости спорта. Уже стало доброй традицией проведение престижных соревнований краевого уровня в Славянске на Кубани. Большой интерес у любителей спорта вызвало первенство Краснодарского края среди юниоров и юниорок по боксу. В спортивный комплекс «Лидер» приехали 90 юных мастеров кожаной перчатки со всей Кубани. Было представлено 25 муниципальных образований. Спортсмены будут бороться за лидерство в 10 весовых категориях. Такое широкое представительство бокса убедительно свидетельствует о его популярности в Краснодарском крае. Ребят привлекает в этом виде спорта динамичность, сила и умение находить выход из трудной ситуации. На торжественном открытии краевого первенства его участников тепло приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Спасибо всем тренерам, всем коллегам, которые принимают непосредственное участие в организации сегодняшнего мероприятия. Пусть победят сильнейшие. Приятно, что наши дети, наши ребята смотрят, учатся, любят этот вид спорта. Потому что это единоборство, это сила, это воля к победе. Это трезвый ум прежде всего, это хорошее настроение. И все позитивные эмоции, они здесь, конечно же, и появляются. Роман Синеговский пожелал юным мастерам кожаной перчатки новых спортивных побед. Председатель Краевой федерации бокса Сергей Быков высоко оценил уровень проведения первенства в нашем городе и отметил, что эти соревнования очень важны для развития спортсменов. Здесь у вас сейчас проходят краевые соревнования, и победители, наши ребята, девчата, они потом попадают на ЮФО. Южный федеральный округ проходит. Вот. И если они побеждают ЮФО, то они попадают уже на Россию. А это уже результаты очень серьезные, вы сами прекрасно понимаете. Выиграв Россию, ты попадаешь в сборную, либо становишься призером России. А со сборной это Европа, мир и так далее. Славянские спортсмены, а их на этих престижных соревнованиях 10 человек, хорошо готовились к первенству и надеются выступить успешно. Боксом занимаюсь 6 лет. Это очень хороший вид спорта, мужественный, достойный. У нас частые соперничества. На этих соревнованиях я подготовился хорошо и хочу выступить достойно. Соперничество здесь, конечно, очень серьезное. Бои, которые будут идти до 17 января, вызывают всеобщий интерес. Ребята борются за победу с напряжением всех сил. В конце концов, победят сильнейшие. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».